Друзья, кто хочет посмотреть мои фотки и видосики в реальной жизни, заходите на мой инстаграм, ссылочка в описании, нас уже 3000 подписчиков. Всем спасибо! И ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Крошка, Крошка, Снеговик, Мок, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Привет! Вот мы и дождались, потому что сделали наконец-то пилпак монстров Тревора Хендерсона, теперь можно полноценно их брать, они не воспроизводят конченую музыку, и можно открывать двери. Я буду сегодня монстром, пацаны должны будут прятаться. Ну, а если даже я уже их нашел, могу даже меня и мочить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Так, сначала, пока пацаны прячутся, я сделаю краткий обзор. У нас есть 4 монстра. Надеюсь, дальше добавят. 2500, 5000, 5000, 5000. В принципе, 5000 это не так уж и мало, чтобы замочить. Ну и не так уж-то и много. Так, я могу что? Оттягивать челюху. Нажимать на контр, снимать бошку. И все. Пацаны, вы готовы? Кстати, хотел сказать вам, я убиваю с одного раза, только я касаюсь сразу трупейшн. Понимаете? О, да. Жестко. Это будет очень жестко. А, и пока еще. Я не забыл, проверим, ходит он по стене. А че он по стене не ходит? Один раз я видел, ходит. Котопес. Не, не хочет. Хорошо. А тут прям есть и кот, и пес. Я спрячусь от тебя. Привет. Все, пацаны, да. Я иду. Надеюсь, вы меня не успеете убить. Оружие читерское использовать нельзя. Нельзя использовать монетку. Нельзя использовать красный пулемет, похожий на петуха. И нельзя использовать админский пистолет, крошка-окрошка. Это специально были правила все именно только для тебя. А другим можно? Да, и в робота можно в дискорде превращаться. Так. Кстати, я слышу, я приближаюсь. Я снеговика нашел. Да? Снеговик сейчас тебя найдет. Он за компьютером сидит. Автомат добавили, не было же автомата раньше. Вот 100% помню, и вода выпадает. Да, здесь из автомата вода теперь падает. Офигеть, разработчик, неужели ты за эту карту не забыл? Хотите попить? Привет, на. Лови мок, пей. Так, блин, а где я выстрелы слышал? Пойдем оттуда, мок, а тут не рады. Я обхожу вокруг школы, я за вами со спины захожу. А если мы не в школе? Пойдем. Он нас вот тут не найдет. Спрятался, смотри. Спрятался. Мок. Слышь, иди сюда. Эй, я отталкиваюсь пулями. Эй, не ударил. Минус 40 жизни. А, 40. Ребята, ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. И я пацанов убиваю. Каждый день. Ах ты, вот так, да? Да. Я могу. Эй, не могу тебя убить почему-то. Я маг. Не надо убивать. Без гудмода. Я не могу попасть просто. Где-то рядом. Слышишь? Ой-ой-ой. А, я буду один монстром. Давай, выживаем дальше. Угу. Я сегодня один хочу вас помочить. Плохо не могу ставать невидимой. Этого очень не хватает. Я буду прятаться. Ты так жесткий, куда тебе еще? Крошка будет прятаться, а я буду есть. Так, пацаны, я приближаюсь до кого-то. Не надо. Надо, надо, надо. Где Димас? Я в столовой стою. А я иду на охоту. На охоту выходишь? Давай, иди сюда. Сейчас я тебя найду. И эй, слышишь? Слышу. Что я слышу? Куда ты стоишь? Я убежал. Привет. Эй, слышь, они простреливают этот проход. А сзади. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бежим. А ну иди сюда! Зеленая акула сейчас умрет. Потому что. Уверен? Конечно. Нет. Слышь? Да. Слышу. Иди я сюда, должен тебя догнать по-любому. Ну иди сюда! Подлец! Собак, иди сюда. Ну это давай, класс. Иди сюда, я буду за тобой гоняться до посинения. Он же убежит. Пригвозди его. У меня есть, я пригвожденную делаю. Пригвожден.
При гвоздю, да. Вот секунду, убежал, убежал. Я. Я за тобой иду. Это что такое? Эй! Да и блин, дерьмо, теперь эти пилпаки как сделали, они стали пригвождаться. Пригвождай его. Я не могу тебя убить. На тебе. Ты оружие использовал классное. Да, да. Оно не запрещенное. Оно не запрещенное, понял. Хоть что-то у вас останется. Да. Не запрещенное. Ты его использовать умеешь. Вы меня пригвоздили. Молодец. Не, молодец, молодец, молодец. На тебе с кулака прописал в голову. Прикольно получилось. Я сейчас руки видел чьи-то. Ой-ой-ой! Испепеляющий оружий. Ой, все, я не пригвожден. Вот он, Димас, вон он в кабинете. Отвалите! Да отвали! Щитель, на тебе. Да у тебя оружие это конченое, я забыл за него. Я применял случайно на пистолет, тебя не убил. Потерял всех. Та, из цепи рулят. Ага, вон, вижу кого. Не попал, не попал. Столько пуль пролетело мимо, и ни одна не попала. Вот придет, прилетит. Найдем, Димас. Понял он. Я... А нет, это мог, это мог. Он похож на него. Так, я буду прятаться. Получается, сейчас на меня охота или я на вас? Ничего не понимаю. На тебя. Так, так, стоим, стоим, стоим. Все хорошо. Ты не стой. Не, стой, я боюсь, что вы меня убиваете сразу. А мы, я локатор возьму и тебя найду. Где он? Красиво это было. Ну давайте, вы уже знаете, где я. Вы должны прийти и замочить меня. А где ты? А он знает, столовый. Снеговик знает, где я. Где он? Столовый. А где столовая? Ищи. Я сам пришел. Я чувствую запах столовой. Ой, я вижу это, снеговика. Я иду. Акулу. Вот, снеговик. Прошу заметить, я акула. Жареная акула. Ну чё, вы где, сопляки? Я убираю оружие себе. Я нашел сэндвич. Давай, неси его сюда, давай. Я принесу его на твои похороны. Ты положишь на мою могилку? Держи. Так, я иду, я иду, я иду. Мог, я за могом слежу, сзади иду. За угол заховался. Иди сюда. Я тут возле мога, я рядом с ним. Я вот бегаю. Где ты? А, за чужого! Нет! Чёрт. Да, это чужой! А чё, ты боишься чужого, что ли? Конечно. Он же через стены убивает. Слышь, что за оружие у тебя такое классное? Нет, пистолетик. Нифига себе, пистолет, это пушка какая-то. Ого! Ого! Бедный мог. Не попал, просто не попал. Я валю, я валю, я валю. Не убежишь. На тебе! Да как я его взял в руки и не убил? А так можно что ли было? Нет. Так. Ты меня пригвоздил. О, за это я убью его. Ну не надо. На тебе за это. Пацаны, вы слабые, вы очень слабые. Так я пригвожденный слабый. Че, найдем тебя, убьем. О, да блин. А я бегаю и мочу всех пацанов. Ты промахнулся, ты просто... Ты жопа. А ты меня как мочил, моя очередь. Ага. Найду тебе сейчас и все, хана тебе. В канализацию зашел, не, я хочу убегать. Так, Мок, я за тобой слежу. Твой пригвождатель тебя не спасет. Я тебе не верю.
Мог. Тут канализация. Ну ладно. Блин! Ого, жа! Ты чё офигел? Это только я такие мощные бомбы имею право взрывать. 5-5. Все. Охота открыта. Сейчас я буду мочить только крошку о крошку. Убегать. Да, я тебя буду... Не, а тут не наоборот. Если ты будешь бежать, я тебя вычислю одного и убью. Тебе надо быть с кем-то. Да все равно ты убьешь нас партиями вдвоем. Не убивай меня. Пока я буду валить одного, ты сможешь защититься. Не надо меня убивать. Возьми баночку. Где ты? Я боюсь. Крошка. Это хорошая баночка. Не-не-не-не-не-не-не. Взрывоопасно. На. Я слышу, как ты летаешь. Крошка, тебя не вычислили по IP. Так. Я слышу. Слышу бомбу! Не-не-не. Беги, Димка, беги! Ой, я прям в бомбе прибежал. Я успел! Еще чуть-чуть! О, ты жоп! На тебе, мол. Снеговик. А вас за родину. Вот это жопа сейчас будет! Ой, я надо активировать эти. Ну бомбы. Чё, давай, иди сюда! Нет. Э, чё они не взорвались? Сейчас взорвутся. Не хотят, они просрали. А вот теперь... Ух ты! И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!